что делают с Путиным, почему значит, Ширак встречает подобострастно Путина у трапа самолета, нарушая все протоколы. Да потому что свыше ему были команды попробовать Путина встроить в свой блок. А Путин что? А Путин говорит, не, ребята, ну как, Буш мой лучший друг. Как это я могу с вами дружить против Буша? Не, Буш мой лучший друг. Я, конечно, я против войны, и вы мне друзья, но Буш-то мой лучший друг, вы же знаете. Вот вам и алгоритмика управления. Алгоритмика управления не тупая, давайте кто кого там, так сказать, на уровне военного оружия, как призывают патриоты. Или давайте вот тут, так сказать, сейчас обнажим все и устроим войну. Нет, Путин управляет ситуацией гораздо более глубоко. И результаты этого глобального управления на сегодня, я думаю, вам очевидны.